Всем привет, с вами Роман Раскольников. Мы продолжаем играть в хоррор под названием White Day. Собственно, в прошлой серии мы подобрали карточку, красную карточку нашли. Попытались включить свет в комнатах 1, там 10, 8, ну какие-то комнаты, в общем, как в этом было написано. Как бы сказать... Так, читальный зал, да? В которой были написаны записки, надо включать комнаты по порядку. Чтобы включить во всех кабинетах свет. Я так полагаю, это загадка, и в основном, я так думаю, это надо, чтобы прогнать того призрака, который у нас сидит на потолке. Так, какая-то записка. Смысл... О лабиринтах. Во времена Древней Греции слово лабиринт упоминалось как подземное здание, которое было разработано, чтобы быть лабиринтом. Лабиринты позже замечены как высокоогражденные сады во время на эпохи Возрождения. Четыре великие лабиринта мира: египетский лабиринт, лабиринт Крита, лабиринт Лемнос и итальянский лабиринт. Есть два вида лабиринтов. Первый вид устроен так, что все пути ведут к центру. В этом виде лабиринта по тому же пути не пройти, нужно взять длинное расстояние, и можно дойти до места назначения. Второго рода пути раздвоенный и очень сложный, что делает его очень запутанным. Для борьбы с этим типом лабиринта надо полагаться на память и здравый смысл. А лабиринт символизирует много разных смыслов и символов и меняет цвет в зависимости от эпохи и региона. В традиционном значении лабиринта означает изоляция и лишение свободы, допуская только те, которые достойны того, чтобы найти выход. Добраться до центра лабиринта символизирует регресс матки, и лабиринт представляет собой тело Матери Земли. Таким образом, именно женщины, которые владеют и управляют лабиринтами, а люди должны найти правильный путь к выходу. А непрерывность лабиринта символизирует бессмертие и вечность. А в восточной философии это означает, чтобы избежать цикла рождения и смерти и правила кармы. В контексте погребального обряда лабиринт символизирует смерть и воскрешение. Зайдя в лабиринт означает смерть, и выход из... нее означает воскрешение. Таким образом, лабиринт можно рассматривать как модель потустороннего мира. Что-то мне, кстати, подсказывает, что в подвале у нас будет лабиринт, который мне придется пройти. Так, книга. И что вы хотите сделать? Пока что я не знаю, для чего эта книга нужна. Так. Дошик. Это, собственно, то, что мы не подбирали в прошлый раз. Но и не смогли как бы при себе это все сохранить, потому что я уже сдался охраннику. Опа, ключ. Маленький ключ желтый. Маленький ключ окрашен в желтый цвет. Похоже, может быть скомбинирован с другим ключом. Все, я нашел аккомбинированный ключ. Так, кнопка. Возможно, мы потеряли где-то одну кнопку, пропустили из-за того, что я на картонах ходил. Вон он ходит, этот охранник. Ходит такой важный, охраняет все. Ну, охраняй. Я тут у тебя всякое барахло в кабинетах собираю. Он к нам снова поднимается. Отлично.
Только тебя здесь не хватало еще. Ресурс центр один. Так, нет тут никакой штуковины на потолке, которая нас убить решила. Так. А, не понял. А, взаимодействовать нельзя, это просто свет так отражался. Глобус. Так. А мы можем взаимодействовать с глобусом. Ну ты... Так, а для чего это нам нужно? Пока что не знаю. Так, надо просто запомнить, где глобус находится. А, ресурс-центр, вот у нас, где глобус находится. В ресурс-центре, надо запомнить. Возможно, где-то я найду что-нибудь, что нужно будет поместить на глобус. Возможно, нам надо будет кнопки поставить. Так, это вот этот свистун у нас ходит под нами. Услышал, дверь открывается. Сейчас прибежит сюда. Так. Библиотека номер два. А он здесь ходит. Опа. Смотрите, там табель какой-то. А, кондиционер не реагирует. Я думаю, что здесь я бессилен. Так, кондиционер не реагирует. Можно с кондиционером сделать так, чтобы табель успеваемости упал вниз. Так, нам надо кондиционер. Он не функционирует, возможно. Он не функционирует, потому что нет электричества. Нет, электричество есть. О, фломастер. О, вышагивает, ходит. Опять сюда пришел. Так, ну давай, надеюсь, тебе приманит сейчас дверь, ты быстро к ней побежишь. Так, а давайте мы посмотрим, почему мы не можем попасть. Так, сила охранной сигнализации. Так, я отключил свет. Так. О, смотрите, мы его можем переставить.
Охранная сигнализация. Нет, давайте, что такое сила? Давайте посмотрим. А, силовая установка. Так, значит, у нас свет... Везде отключился свет. Ну-ка, давайте посмотрим. Так. Давайте проверим. Мы отключили свет? Мы свет отключили. Кондиционер работает теперь или как? Опа, кондиционер работает. Какая-то... Так, давайте его... Выключим, чтобы... Получается, у них такая специфическая система. То есть они ставят, например, днем они отключают свет и ставят кондиционер. Зато в ночную смену, как они говорят, у них, в принципе, в жару они не могут, короче, кондиционер включить. Либо свет, либо же кондиционер. Табличная... Табличка правила библиотеки. Так, сзади что-нибудь написано? Нет. Правила библиотеки. Его ламинированное покрытие делает его идеальным для вставки между зазорами. Вставки между зазорами. А, в принципе, знаете, на что это похоже? Это... Я не помню, я где-то в какой-то игре уже что-то подобное делал. Надо было, типа, достать. Я, кажется, зазорами. Либо это какую-нибудь дверь, например, открыть. Либо что-нибудь вытащить из, вот, например, из-под вот этой штуки. Там, типа, что-то спрятано. Так. А у меня разве ключ есть? Разве тот ключ, который мы нашли, он подходит? А, так... Вот как это работает-то. Так, подождите-ка. А у них замок в другом месте находится. Кстати, вот случайно так. А тут даже не изображено. По сути, у них вот эта штука находится как этот... вот здесь вот напротив ручки именно вот этих замков. Есть немного другие, где ручка вот так вот опускается. Она вот может вот где-то вот в этом районе находиться. Кстати, в принципе, вот такие замки, они как бы, я знаю, как их вскрывать. Их можно, например, мы один раз этот, короче, такой замок вскрывал, ну, открывали с помощью ложки плоской. У нее ручка такая длинная и плоская, ровная была. И мы просто вставили, открыли. Ключ сломался, в общем. А нам надо было открыть. Я просто так устал от этого. Я в ужасе. Я просто не понимаю, почему все это произошло. Мы никогда не выберемся отсюда. Мы все умрем. Так, не сказать. А, доверься, я обещаю, что найду выход. Do you really think you can? Ты действительно думаешь, что сможешь? Just stay back! Просто не Don't подходи. Just... Не подходи ко мне. Please, просто... Ох, пожалуйста, оставь меня в покое. Everyone's acting so strange tonight. Все ведут себя так странно сегодня. Словно потеряли рассудок. Когда я шел за Сайон, Сон подошла к нам. Сайон просто игнорировала Сона и шла себе дальше. Сона разозлилась и начала орать на Сайон. И так я так испугалась. Обычно Сона и Сайон много времени проводили вместе. И когда Сона говорит о Сайон, она обычно просто слушает его. Ее. Я никогда не видел, как они ругались, как это было раньше. Я никогда не видела их раньше такими. Я чувствую, что очень плохо вот-вот случится. Что-то очень плохое вот-вот случится.
Я думаю, что это была один из них, кто запер нас здесь. Может быть. Так, что случилось? Джихен пропала. А как она могла пропасть-то? Ты даже не видел, как она пропала, куда она ушла. Просто все потухло. Ну раз пропала, так пропала. Так. Если бы я, в общем-то, получается, не подошел бы случайно к этой двери, то, возможно, было еще неизвестно, сколько бы мы искали бы, что нам делать дальше. Искал бы, куда это применить табличку. Так, документ. Давайте сначала документ. Исследование и Ньяндака. Больше исследований необходимо, чтобы подтвердить, что на самом деле случилось. Но я был заперт в темноте из-за отключения электроэнергии в комнате музыки, когда я стал терять чувство направления и почувствовал небольшой озноб. Я заметил яркий свет, исходящий от мешка с инь-янь-знаком в нем. Я что-то видел сфокусироваться слишком сильно на то, чтобы рассмотреть, но все-таки был невероятно опыт. Ладно, не понял, что он сказал. Инь-янь. Так, а с другой стороны зеркало. Нет, нету зеркала. Ничего себе в книгу встроен, как. Так, теперь мы можем в кабинет музыки идти. Кстати, я вот тут... Так, даже не думай меня увидеть. Я, кстати, тут подумал... А тут же есть пожарная сигнализация, да? И я, в общем-то, помню, я в каком-то текстовом документе читал то, что есть какой-то призрак, которого пугает пожарная сигнализация. Сейчас, подождите. Это было давно. Так, женщина, дерево-призрак. Дерево-призрак, мы уже как бы с ним расправились. В шкафу мы ее встречали, а пруда мы вообще ничего не встречали. Голос, который манит меня, не знаю. Хотя, в принципе, мы видели вот этот какого призрак, который повесился. Найти мое тело тоже не знаю. Соревновательный дух. Так, тоже не знаю. А вот та вот танцевальная студия я встречал. Так, где-то я читал то, что там, короче, какой-то призрак какого-то. Боится пожарной сигнализации, ее пугает. Возможно, я думаю, нам стоит... Будет потом, когда как-нибудь врубить эту пожарную сигнализацию. А, ходит там. Так, я вот не знаю, нам стоит сейчас врубить пожарную сигнализацию или потом, когда призрак появится. Что-то мне подсказывает, что он в скором времени появится, этот призрак, который пожарную сигнализацию боится. Вот еще с глобусом надо какую-нибудь загадку придумать, решить. Ну, я точно знаю то, что чего-то не хватает, в общем-то. Еще у меня есть нерешенная загадка с очками, я не знаю, где линзы найти. И я предполагаю то, что есть какая-то загадка, связанная с часами. Именно часы, которые в начальной школе, вот в младшей, короче, находятся. Потому что они все показывают разное время, и с ними можно взаимодействовать. Это единственные часы, с которыми можно было хоть как-то взаимодействовать. Так, давай, иди сюда. Я тут. Братан, я тут, давай, беги. Я здесь.
Смотри, я тут стою, ты что, не увидишь меня? Ну давай, посвети на меня. Смотри, я здесь. Братан, я здесь. Ты что, не видишь меня? Наконец-то. Ах ты! Вот сейчас было нечестно. Так, давайте сразу примем лекарство. Так, это что за штуковина? Так. Ладно. Нет времени на это, разные штуковины отвлекаться. Так, монетка. Да-да-да-да, я знаю, ты за мной бежишь. Так. Ах ты ж. Не вовремя ты. Пришел? Давай в гости к одному призраку зайдем. Осмотри. Так, инь-янь знак излучает свет. Так. Кстати, а как насчет этого тоже такого знаменитого японского духа? Так, я не успел. Как насчет еще одного такого японского духа, который типа в звонке был изображен, тоже такой в белом платье с длинными волосами, такой, который лицо закрывает. Одного духа-то мы встретили, который по потолку лазит с вывернутыми обратно, в обратную сторону конечностями. А как насчет еще одного японского духа, который вот в белом платье, в общем-то. Пароль. Где мне пароли искать? Я не знаю. Так, я думаю, нам стоит аптечку найти. То есть не найти, а применить аптечку. Иначе мы сейчас умрем здесь. Так, где-то там. Сейчас мы тебя сожгем. Еще соли и святой воды не хватает. Круг из соли сделать. Так, и где-то тут еще. Так, все, мы зажгли. Сожгли этот дух. Но похоже у нас испортился знак инь-янь. Нет, не испортился. Он у нас все еще есть. Мы сможем злых духов. Это не работает. Так, смотрите, мы берем ленту, ремень привода. Вот, отлично. И теперь мы можем прослушать ее в другом кабинете.
да. Здорово, давно не виделись. Смотрите, там что-то разбилось. Ну, ты, кстати, в принципе, специально сделал, потому что он сейчас за нами долго будет бегать. Проще его здесь подождать. Так, теперь-то у нас нету. У нас нету ничего такого, что может нас лечить. Ни аптечек, ничего. Так. Ну, конечно. Так, надо быстрее его схватить. Кстати, а может мы с помощью этого Йинья не сможем отпугивать еще одного призрака? Который на потолке сидит-то. В каком-то кабинете. Так, отлично. Сразу забираем. Опа. Линза проверки зрения правой. Небольшой объектив, который выглядит как монокль. Yes, я одну линзу нашел. Осталось еще одну найти. Так, смотрите, сейчас. Дайте-ка я угадаю. Привет. Я что-то не понял. Ты бы еще побежал, когда я на третий этаж поднялся. Заметил меня. Когда было уже поздно. Так, что это такое? Так, тут у нас что-то есть. Что-то блестело, а что? Какой-то звук странный, вы это слышали, да? Как будто что-то по полу волочит, типа большой цепи. Сломался. Вечно там какие-то стекла бьются. Так, нам теперь надо в кабинет... прослушки. А, я еще и ключ до сих пор не добыл-то. Я по-прежнему не достал ключ. То есть пароль для этого вот. О, картины. Кстати, такие я видел портреты, но сейчас что-то в обратном порядке все. По-другому. Вот прошлый я уже где-то видел в кабинете такой же. Только вот, вот этот первый был. В другом порядке все было.
Так, на всякий случай все двери откроем сейчас, чтобы этот размансить. Клавиши пишущей машинки. А почему, когда я в прошлый раз там был? Тут был? Ты мне не показывал то, что есть клавиши пишущей машинки. Временами куда-то какие-то предметы появляются, а какие-то пропадают. И я не могу взаимодействовать иногда с дверьми. Так. Сейчас, похоже, придется его размансить. Ну, сейчас мы замансим от него, если он нас обнаружит. Так, отлично. Давай. Смотри. Смотри. Так, и мы, конечно же, бежим в кабинет языка. Так, успеть бы... Нет, не успел. Так, ну, с какой стороны пойдешь? В какую сторону пойдешь? Так, успею, нет? Успею, нет? Так, воспользуемся багом. Баг меня подтолкнет. Так, нам бы сейчас кабинет. Так, все. Мы сделали это. Теперь можно прослушать. Устанавливаем ремень, устанавливаем кассету. Это голос той девушки. Кто ты? Почему ты здесь так поздно? А ты кто такой? А кто ты? Как давно ты там стоишь? Ну, меня интересует вопрос, а кто ты? Я на ночном дежурстве. А почему я до этого не видел тебя? Слушай, я не знаю, почему ты здесь, но вот ключ-карта. Она ведет на улицу. Be careful. Будь осторожен. Здесь опасно ночью. Ночь — это когда мертвые оживают. Так, ну это как-то странно. Непонятно какому-то студенту взял и дал ключ-карту. Зачем ты мне это рассказываешь? Тогда почему бы тебе не остаться здесь со мной? А зачем ты мне это рассказываешь? Я просто надеюсь, что ты не сделаешь ту же ошибку, которую я сделал. Убирайся отсюда, прежде чем будешь слишком поздно. Или ты будешь пойман, и в этой школе останешься навсегда. Так, подожди, значит, получается, тебя поймали. А может, ты вообще тоже? Может, ты тоже призрак? Ключ может открыть двери на синем участке. Ну да, все, я понял. Так, синюю ключ-карту мы получили. Ладно, думаю, тогда на этом мы закончим. В следующей серии мы откроем все оставшиеся двери, которые не смогли открыть. Еще раз обследуем кабинеты красной карты, потому что я на третьем этаже и на четвертом не все кабинеты исследовал. А на этом всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока!